семье Рахимзяновых пополнение. У Лейсана Рената подрастает 6-летняя дочь, а теперь в семье появился наследник. В этот день глава семейства забирает новорожденного малыша и любимую жену из роддома. Роженица перенесла роды хорошо и чувствует себя отлично. Я очень благодарна всем тем, кто был со мной в этот день в операционной, всем врачам, которые заботились, которые смотрели за мной, которые наблюдали. Я рад, что все хорошо так прошло, что все замечательно, что сын жив, здоров и как бы вырастем. Спасибо, больница. В праздничной обстановке семьям вручили подарки от главы республики и местного роддома. Особенно приятно получать презенты и добрые слова от главного врача. Это такое важное событие произошло в преддверии Дня республики, поэтому от имени главы республики Башкортостан, Министерства здравоохранения республики Башкортостан, мы хотим вас поздравить в этот день. Получать первый документ в жизни малыша нужно в течение месяца со дня появления его на свет. Однако в честь праздника сотрудники ЗАГСа позаботились об этом сами. Они вручили свидетельство о рождении. Торжественные выписки устраивают несколько раз в год. В акушерском отделении стало уже традицией проводить вот такие торжественные выписки с вручением свидетельств о рождении. Это документ, который родители получают, уже оформляют сами в ЗАГСе. Ну, во-первых, это, наверное, удобно для них. А во-вторых, это все равно праздник, для них это счастье, неважно с документом или без, но рождение здорового ребенка, выписка из роддома. На сегодняшний день в Нефтекамском роддоме на свет появились более 800 малышей. Только 9 октября акушерское отделение в торжественной обстановке проводило домой одного мальчика и двух девочек. Татьяна Кокорина, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».